На конкурс дети читают стихи. Беличенко Настя, 4 года, Санкт-Петербург. Два маленьких котенка поссорились в углу. Сердитая хозяйка взяла свою метлу и вымела из кухни дерущихся котят. Не справишься при этом, кто прав, кто виноват. А дело было ночью, зимою, в январе. Два маленьких котенка озябли на дворе. Легли они, свернувшись на камень у крыльца, мясо уткнули в лапки и стали ждать конца. Но жалилась хозяйка и отворила дверь. «Ну что?» — она спросила. «Не ссоритесь теперь?» Прошли они тихонько в свой угол на ночлег. Шкурки отряхнули холодный мокрый снег. И оба перед печкой заснули сладким сном, а вьюга до рассвета шумела за окном.